людей, конечно, тьма. Горит, горит. Ни дня без удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу. Шестым за неделю НПЗ стал Славянск-ЭКО на Кубани. И опять прилет по самой важной части – установке атмосферно-вакуумной перегонки. Беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар, сообщает в оперштабе. К тушению пожара было привлечено 83 человека и 25 единиц техники. Однако местные жители сообщают также об ударе по Ильскому НПЗ и тоже в Краснодарском крае. Причем БПЛА, по словам местных жителей, летели не со стороны Украины. А вот это уже интересно. Вот еще один прилет. Короче, Ильский НПЗ говорит, это уже седьмой. Я прям хочу попасть. Нет, еще не прошли. Охренеть. Славянск на Кубани, завод горит. Еще один. Где ПВО? Смотри, вот летит. Вот летит, видно его. Наше ПВО, оно лучшее в мире. Оно глубоко эшелонировано. С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают панцири, которые контролируют всю воздушную обстановку и точно знают, свой в небе или чужой. Они летят, блин, не с той стороны Украины, а с нашей стороны куда-то летят. Летит где-то. Сука. Вот это сейчас добро. Ах. Сейчас, как ебать, это огромный. Ой. О, сейчас он даст. Ничего не работает, никакого ПВО не срабатывает. Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его. Вот денацификация. Процесс многослойный. Я вообще сразу скажу, что в этом смысле мое мнение абсолютно радикальное. Я считаю, что даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. Кто проиграет, тот и будет виноват. Ольга, тот и будет агрессором, тот и будет платить. Прямо скажем. Тот, кто одержит победу, с того взятки глаз. Зависит, как говорится, от итога войны. Если по каким-то причинам, не дай бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг, положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Вот. Но это не важно. Важно то, что вот Ленин, основатель советского государства, создал Украину именно таким. Такой. Надеюсь, все вернемся живы и здоровы. Ну и главное, с победой. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Без относительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит в прямом смысле слова и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации, и наша жизнь, будущее, в том числе, сколько-нибудь беззаботное, тоже стоит. Фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Часто про войну говорят полномасштабную. Верил или не верил, понимал, не понимал. Вот мне кажется, это нужно разделять эти вещи. Мы, военные, в целом понимали. Возможно, не масштаб. То есть понятно было, что что-то будет. Вот. Допускали вариант захвата юга. Но, например, вертолетный десант под Киевом, это даже в самых таких каких-то фантастических сценариях мы не допускали. Думаю, во многом Кремль на этом сделал ставку. То есть он понимал, Кремль, что в Украине не допускают такого варианта, и пошел на этот ход для того, чтобы охватить Киев в первые дни войны. У них этого не получилось. Вот, как-то так. Но до этого высшее политическое руководство Украины говорило о том, что сконцентрировано порядка 140 тысяч российских войск
на границах с Украиной, и, в принципе, этого недостаточно для такого блицкрига. Россия, очевидно, рассчитывала на то, что этих войск хватит на то, чтобы захватить всю Украину, в первую очередь, столицу. Действительно ли эта цифра, она была настолько нереальной? На что рассчитывала Россия, по-вашему? Смотрите, Россия не хотела воевать, Россия хотела провести операцию, военную операцию. Как проводят очень многие страны, там контртеррористические, антитеррористические, всевозможные военные операции и так далее. Например, когда Америка проводит операцию, это не называют войной, это называют операцией и так далее. Воевать нельзя, он запрещает воевать, кто не воюет, проводит операции. Теперь они были уверены, что вот как у нас был на юге потерян изначально Херсон, сегодня, слава богу, уже возвращен, освобожден. Но фактически там какие-то небольшие отряды украинской армии были разбиты. ТРО тоже небольшие отряды были разбиты. Город был занят. Задумка была, что наскоком быстро войска, их войска, включая их Росгвардию, заходят в Киев. Сопротивления особого не будет. Один из верных шагов, который предприняла украинская власть, я считаю, что это действительно, сегодня ретроспективно, если смотреть, это раздача в первый день войны оружия всем. Да, у этого были свои издержки, конечно же, там и преступные группировки получили оружие и так далее, и были случаи friendly fire, огонь по своим, так как люди не подготовлены и так далее. Но в массе своей город оказался вооружен, и город смог дать отпор. Теперь для того, чтобы провести действительно операцию в масштабах такой большой страны, как Украина, Украина большая страна, 140 тысяч или даже 180-190 тысяч, вот, цифр, которые называли, этого недостаточно. Если вы действительно воюете, но опять же, я повторюсь, они не планировали воевать, потому что они не планировали и не рассчитывали, что будет действительно сопротивление со стороны украинской армии. Я сейчас, кстати, выношу за скобки вот вооруженный народ, да, ТРО, добровольцы, сотни тысяч добровольцев, которые пошли в первые дни вторжения. Конкретно регулярные части ВСУ, они рассчитывали, что они не будут воевать. Даже вспомним обращение Путина, когда он сказал, что в Киеве сидят нацисты-наркоманы, и обратился к вооруженным силам Украины. Так, кстати, такой вот нетипичный для него, он такие заявления не делает. И сказал, берите власть в свои руки, мы будем с вами договариваться. То есть, как бы подразумевая, вот, организуйте там военную хунту, и мы с вами договоримся, вот, и так далее. То есть, видимо, даже сам Путин считал, что вооруженные силы Украины, они настроены пророссийские в той или иной степени. Вот. Поэтому расчет был, да, провести спецоперацию против непокорной, как они считают, субъекта, бывшей части Российской империи. А не именно войну полномасштабную. Конечно же, для войны такого количества людей недостаточно. Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести. Или, точнее сказать, хотят, но просто не знаю. Я знаю, что хотят. Я не только вижу это, но я знаю, что хотят. Here's the quote. Thank you.